Καλημέρα παιδιά, με λένε κυρία Σοφία, είμαι δασκάλα ελληνικών. Добрый день, ребята, меня зовут Скиданова Софья Константиновна, и я являюсь учительницей греческого языка в школе номер 1420. Сегодня в этом видео мы с вами узнаем несколько интересных фактов про Грецию, и выясним, что вам уже известно про эту страну, а какие факты окажутся для вас открытием. Также сегодня мы с вами сравним греческий язык с нашим родным языком, с русским. И выясним, сильно ли они отличаются друг от друга, и есть ли у них вообще какие-то сходства. И в конечном, и в конце нашего урока мы обязательно с вами почитаем греческие слова, а также попробуем перевести некоторые из греческих слов на русский язык. Ну что, начнем? Паме. Начнем мы с фактов. Итак, в государственном флаге Греции, вы видите его за моей спиной, 9 полос. И эти 9 полос символизируют 9 муз искусства и науки. Также в состав Греции входит 1400 островов, но заселены из них всего лишь 227. Поэтому вперед учим греческий и отправляемся заселять прекрасные греческие острова. В национальном гимне Греции насчитывается 158 куплетов. Представляете? Интересно. А в школе заставляют учить этот гимн наизусть или нет? Также в Греции очень хороший климат и практически круглый год теплая погода. Поэтому Греция очень плодородная страна. На ее территории произрастает 100 сортов оливковых деревьев. Из оливок, как вы, возможно, знаете, делают оливковое масло. А цельные оливки добавляют в знаменитый греческий салат, а также во многие другие блюда греческой кухни. Помимо оливок, в Греции также производят 200 видов различных сыров. А теперь давайте перейдем все-таки к языку. Так вот, история греческого языка насчитывает 3500 лет. Греческий язык является одним из самых древних языков на нашей планете. В любом европейском языке есть 1000 слов, которые обязательно происходят от греческого языка. Кстати, пишите в комментариях, какие вы знаете русские слова, которые происходят от греческого языка. Будет интересно почитать. А теперь давайте перейдем к сравнению русского и греческого языков. Начнем мы с падежей. Давайте вспомним, сколько падежей есть в русском языке. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Целых 6. Достаточно много. А вот в греческом языке падежей всего 4. И 3 из них точно такие же, как в русском. Это именительный, родительный и винительный падежи. А вот 4-го падежа в русском языке уже нет. А в греческом он сохранился. Этот падеж называется звательный падеж. И по его названию можно догадаться, зачем он нужен и когда греки его используют. Звательный падеж используют, когда зовут человека, когда обращаются к кому-то. Например, Петя, пойдем гулять? Или мам, а приготовь мне покушать что-нибудь? Вот в этих случаях Петя и мама в греческом языке будут стоять в звательном падеже. Следующий пункт. Это артикли. Давайте подумаем, что такое вообще артикли и есть ли артикли в русском языке. Правильно, в русском языке артиклей нет.
А знакомы вам артикли могут быть из английского языка. Наверняка многие из вас уже изучают английский язык и знают, что в английском есть артикли неопределенный «э» и определенный «the». И эти вот такие вот маленькие словечки ставятся перед существительными. В греческом языке тоже есть артикли. Неопределенные и определенные. Далее поговорим про ударение. И в русском, и в греческом языке есть ударение. Только вот в русском языке мы не отображаем его графически на письме. А вот в греческом языке это обязательное правило – ставить ударение над каждым словом. Будь это какая-нибудь научная книга с историей Греции, будь это книга «Гарри Поттер» на греческом языке, или простая смс-ка от какого-нибудь греческого друга на греческом языке. Во всех этих случаях над каждым словом будет стоять ударение. А далее поговорим про произношение. Греческий язык отличается от русского тем, что все слова в нем произносятся ровно так же, как и пишутся. Для примера возьмем слово, которое есть и в русском, и в греческом языке. Это слово «компьютер». В русском языке в этом слове мы пишем «о», но произносим «а». Правильно? Пишем «компьютер», а говорим «компьютер». А вот в греческом языке мы тоже пишем «о», но и произносим «о» четко. «Компьютер». И так во всех словах. Далее мы обсудим последний такой необычный факт про греческий язык, и он касается вопросительного знака. Если вы захотите написать смс-ку своему другу и спросить, как дела, то вы в конце предложения поставите вопросительный знак вот такой, правильно? А вот если какой-нибудь грек захочет написать своему другу вопрос, как у тебя дела, он спросит, ты канис? И на конце поставит точку с запятой, потому что в греческом языке нет привычного нам знака вопроса. Вместо него на конце вопросительных предложений греки ставят точку с запятой. Ты канис? Как у тебя дела? Итак, мы выяснили, что у греческого и у русского языков есть свои сходства и свои различия. Но главное, что нужно знать про два эти языка, это то, что наш с вами алфавит, наш с вами русские буквы были придуманы на основе греческого алфавита двумя братьями Кириллом и Мефодием. Именно поэтому очень многие буквы наших алфавитов очень похожи. Чтобы в этом убедиться, я предлагаю вам прочитать некоторые греческие слова. Именно 6 греческих слов. Итак, попробуйте прочитать первое слово. Учитывая, что греческие буквы очень похожи на русские. Ну что, получилось? Итак, первое слово читается как кревати. Кревати. Мы видим здесь русскую букву К, знакомую нам русскую букву Р, а также В и Т, поэтому смело можем их читать точно так же, как и в русских словах. Кревати. Теперь попробуйте прочитать второе слово. Второе слово читается как хара. Хара.
да? И здесь точно так же мы видим знакомую нам букву Х и читаем ее точно так же, как если бы она была в русском слове. Третье слово. Попробуйте его прочитать. Слово читается как мама. И здесь мы видим букву, похожую на нашу русскую букву М. Четвертое слово очень простое. Прочитали? Четвертое слово читается как патата. Здесь совсем все просто. Русская буква П, которую ни с чем не спутать, и Т. Ну и А, конечно же, тоже нам известно. Патата. Теперь пятое слово. Пятое слово читается как вольта. Вольта. Опять же, мы здесь видим знакомую нам букву В, поэтому смело ее читаем как В. О, А и Т. Единственная буква, которая может вызывать некоторые трудности, это буква лямбда. Но старшим классом она должна быть знакома из курса физики. А младшие классы, у которых еще физика не началась, могут просто слегка сверху прикрыть вот этот хвостик у лямбды, и тогда не останется сомнений, что она похожа на нашу букву русскую Л. И последнее слово, шестое, попробуйте прочитать его. Слово это читается как мэра. Ну что ж, молодцы, я уверена, что у всех у вас получилось прочитать. А теперь давайте проверим, получится ли у вас перевести некоторые греческие слова на русский язык. Сейчас я буду произносить эти слова, и ваша задача будет догадаться, да, что значит это слово и как оно переводится. Я вам назову 6 слов, а затем покажу вам правильные ответы, да, покажу вам перевод этих слов на русский язык. Итак, первое слово – телефоно. Еще раз повторю. Телефоно. Подумайте, на какое русское слово похоже это. Далее. Следующее слово. Программа. Программа. Дальше. Следующее слово. Тетравио. Тетравио. Небольшая подсказка. Этот предмет вы наверняка носите в своем школьном рюкзаке. Следующее слово. Лемони. Лемони. А вот этот предмет вы можете найти в продуктовых магазинах или у себя на кухне. Лемони. И последние два слова будет немножко потруднее, но я уверена, что вы справитесь и сможете догадаться, что же значит эти слова. Театро. Театро. И последнее слово. Мусио. Мусио. Я уверена, что в оба эти места вы ходили наверняка со своим классом, с учительницей на экскурсию или просто провести время как-то. Итак, давайте теперь посмотрим, как же эти слова переводятся. Вот и правильные ответы. Первое слово было телефоно, и оно переводится как телефон. Второе слово программа. И это, конечно же, программа. Третье слово, предмет, который вы носите у себя в рюкзаке, это тетрадь. По-гречески тетравио. Четвертое слово это лемони, что переводится как лимон. И, наконец, последние два слова это театро и мушио, которые переводятся как
театр и музей. Что ж, на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Не забывайте писать в комментариях слова русские, которые происходят от греческого языка. Надеюсь, вам понравилось это видео, понравился наш небольшой урок. Увидимся в следующих видео. Я сейчас талеме.